Добрый вечер, друзья. 19:00. Сегодня воскресенье. Снова с вами на канале Навальный Лайв. Программа «Волков по воскресеньям». Я ее ведущий Леонид Волков. Я руководил раньше сетью штабов Алексея Навального и сейчас продолжаю руководить политической работой его команды. Понятно, что мы теперь не можем говорить слова типа там, «штабы Навального», какие-то другие такие слова. Это теперь страшный и ужасный экстремизм, но, слава богу, фамилию Навальный никто нам не может запретить произносить. Называть себя командой Навального или частью команды Навального тоже по-прежнему можно и всегда будет можно, как бы ни пугали. И я вот говорю, я представляю команду Навального, не только я, естественно, много моих коллег, но вот в этом эфире именно я ее представляю и буду вам рассказывать о том, что команда Навального делает, что собирается делать, буду отвечать на ваши вопросы, как всегда, ну, просто максимально открыто и откровенно, как мы в наших эфирах всегда и делаем, просто для того, чтобы у вас тоже было полное понимание, что сейчас происходит, куда мы идем. Сегодняшний эфир у меня без гостя. Я осознал, что для тех, кто смотрит регулярно Навальный Лайф, это как раз новость, это непривычная штука. Я на своем канале, ссылка на него, кстати, есть в описании, вы можете подписаться. Раньше довольно часто такие делал эфиры, потому что разговор с гостем, это, конечно, интересно, но времени на ответы на ваши вопросы тогда остается мало. Я там, всегда раньше раз в месяц делал вот такой вот соло-эфир, который целиком и полностью посвящал тому, чтобы, собственно, на ваши вопросы отвечать. А на Навальный Лайф я еще ни разу такого не сделал. Ну, давайте посмотрим, как это пойдет. Тут, на самом деле, есть нюансы, связанные с тем, что ну, у Навальный Лайф в десятки раз больше подписчиков, чем у моего канала. И когда я делал такие эфиры на своем канале, ну, я мог просто читать комментарии в YouTube-чате и на все подряд отвечать. А здесь, видимо, вопросы будут ну, там, слишком быстро мотаться, и отвечать на все будет не так просто. Ну, буду как-то выбирать, группировать по темам, посмотрим. Я думаю, что у нас, тем не менее, есть все шансы на то, чтобы получился интересный, содержательный разговор. А чтобы он был особенно интересный и содержательный, я вам напомню базовые правила YouTube. Видишь трансляцию на канале Навальный Лайф? Поставь лайк. Поставь шар. Если ты еще не подписан на канал, подпишись на канал. Это важно для того, чтобы у нас было больше зрителей, чтобы наш контент продвигался в то время, как Путин очень сильно вкладывается в то, чтобы нашему контенту мешать продвигаться. Поэтому ваши лайки, ваше, то, что вы делитесь этой трансляцией у себя в соцсетях, это вполне осязаемый и конкретный вклад в борьбу с Путиным прямо сейчас, который вы можете внести, не вставая со своего уютного место. Кроме того, по экрану уже плывут, вот тут у меня всякие уточки и другие разные символы. Спонсоры канала Навальный Лайв, которые подписаны на регулярные платежи, могут таким образом запускать свои сообщения в прямом эфире бесплатно. А те, кто не являются спонсорами канала Навальный Лайв, для них есть в описании тоже ссылка. Для них в описании есть ссылка, донаты со стикерами в прямом эфире. Вы можете на нее нажать, отправить какой-то стикер, если поменьше, то это будет просто уточка, если побольше, то с каким-то сообщением, и деньги эти пойдут на благое дело. Благое дело в данном случае это умное голосование. Вот сейчас, когда мы говорим, до выборов в Госдуму осталось ровно 4 месяца, и в ближайшие 4 месяца мы вам все уши прожужжим, уж извините, этим умным голосованием. Это главный политический проект Алексея Навального и его команды на протяжении уже 2,5 лет. Алексей Навальный анонсировал умное голосование впервые осенью 2018 года. И вот естественно, что мы будем продолжать гнуть свою линию, потому что мы уже дважды видели на региональных выборах в 2019 и 2020 году, как умное голосование отлично срабатывало. И сделаем все для того, чтобы дотащить умное голосование до победного результата на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года. Поэтому, если вдруг еще не, регистрируйтесь в умном голосовании и вашими уточками и другими стикерами вы тоже поддержите умное голосование. А нам предстоит огромная работа. Мы будем анализировать кандидатов по всем регионам, не только на госдумские выборы, но и на региональных выборах. Мы будем проводить исследования, мы будем определять кандидатов, которые имеют лучшие шансы победить единороссов. Мы будем развивать наше приложение, нашего телеграм-бота, чтобы до избирателей максимально эффективно довести информацию об умном голосовании. Мы будем, если у нас будут деньги на это, вести активную кампанию в интернете, просто покупать рекламу.
адресованную, знаете, таким неопределившимся пользователям, неопределившимся избирателям. Вот люди, которые против Единой России, но не знают, как свой протест выразить. Мы будем говорить там, не нравится пенсионная реформа, умное голосование. Не нравится то, что цены растут, умное голосование. Мы верим, что привлечь к умному голосованию можно многие миллионы избирателей, гораздо более широкую даже аудиторию, чем вот там, не знаю, ядро сторонников Алексея Навального. Мы верим, что гораздо больше потенциал, потому что рейтинг для Единой России 27%. Рейтинг очень низкий. И нам просто надо помочь всем тем, кто против Единой России, объединиться, и тогда Единую Россию они съедят и уничтожат. И вот мы на это просто потратим силу. То есть, если вы нам, не знаю, там, надонатите много денег, мы просто их все бухнем в активную интернет-рекламу, чтобы там каждый российский пользователь интернета, в какой бы там соцсети он ни жил, на какие сайты бы он ни ходил, чтобы он увидел рекламу умного голосования, на нее кликнул, на него подписался и тоже стал частью этого политического проекта. Потому что тут не надо поддерживать Алексея Навального, тут не надо там поддерживать даже какие-то наши идеи. Достаточно быть просто против Единой России, против партии жуликов, воров, чиновников и убийц. А таких людей в России большинство. И им осталось просто найти друг друга, объединиться, поверить в свои силы. Этого будет достаточно для победы над единороссами. Так, ну вот уже 2700 зрителей, уже неплохо, можно начинать, наверное, отвечать на вопросы. Как уточку пустить? Хороший вопрос. Тут внизу есть ссылка, вот такая вот, донаты со стикерами в прямом эфире. В описании donatestream.navlife. Вот. Леонид, будут ли митинги этим летом? Если нет, то почему? Значит, смотрите, предсказать это сложно, понимаете? Ни один политик не может организовать митинги на самом деле. Митинги возникают в ответ на реакцию людей, на желание, на готовность людей выходить на улицу. Митинги возникают, когда люди остро чувствуют там, несправедливость, что происходит что-то, с чем они не могут мириться. Когда вот внутри вскипает так сильно, там, что ты не можешь остаться дома, несмотря на риски, несмотря на проблемы, несмотря на все остальное. И тогда люди выходят на митинг. Задача политика – помочь организовать. Там, если это согласованный митинг, если есть время на подготовку, там, подать заявку, устроить кампанию оповещения, там, разослать по списку своих сторонников, записать какой-то видеоролик, вдохновить, что-то сказать. Ну, просто потому, что любой митинг гораздо более эффективен, когда много людей. Там 10 человек не услышат, 100 человек не услышат, 1000 людей услышат. Когда политик видит, что вот возникает такая волна протеста, возникает там волна народного гнева, люди почувствовали несправедливость и хотят выходить. Задача политика как бы помочь эту энергию протеста усилить и направить. Обратиться к другим группам, например, сказать, ну вот не знаю, там выходят митинговать условно врачи, потому что их кинули с майскими указами. А политик должен почувствовать этот момент и сказать, дорогие учителя, смотрите, врачи уже митингуют, выходите тоже, потому что поодиночке и тех всех, значит, там побьют дубинками, посадят, и вас тоже. А если вы объединитесь и услышите как бы требования вместе, заявите ваши требования вместе, ведь они у вас там во многом похожи, то вас и разогнать будет сложнее, и ваш митинг будет эффективнее. То есть нет волшебной кнопки. Вот у меня ни под столом, ни на столе, нигде нет кнопки типа провести митинг. Это так не работает, никогда не работало. Вот мы планировали, скажем, собирали много-много подписей на сайте «Свободы Навального» и говорили, мы анонсируем митинг и будем вести кампанию информационную по митингу, там, когда соберем 500 000 людей. Мы так сделали? Нет. Потому что когда пришли новости о плохом состоянии здоровья Алексея Навального на голодовке, о том, что не допускают врачей, и когда пришли новости о том, что нас всех признают экстремистами, мы увидели, что люди нам пишут тысячами, сторонники. Мы хотим выходить немедленно, мы не готовы ждать 500 тысяч. Как политики, которые находятся в реальной политической среде и имеют реальную обратную связь со сторонниками, мы не могли это игнорировать, мы не могли сказать, нет, ребята, а вы потерпите, мы не считаем, что сейчас надо что-то делать, мы будем там терпеливо ждать 500 тысяч. Мы просто не могли так сказать, потому что мы видели, что в людях кипит вот это желание выйти. И мы тогда что стали делать? Записали ролик с Иваном Ждановым, сказали, что там тогда-то проведем.
сделали рассылки, проинформировали. Ну, то есть попытались сделать все возможное для того, чтобы там, на эти митинги там, больше людей собралось. Потому что ну, там, большая численность – это безопасность. Ну, вот, там, в Москве, как вы знаете, у нас в целом получилось. В Москве вышло так много людей, что там никакого разгона власти не стали устраивать. То есть, понимаете, политик – это такая ну, как бы сервисная инфраструктура. У политика накоплены какие-то умения, знания, ресурсы для того, чтобы митинг улучшить, усилить, сделать эффективным, чтобы это не было какой-то такой стихийный выплеск, а чтобы было больше шансов, чтобы он достиг своих целей. Там 21 апреля у нас это отчасти удалось, там, как реакция на всю подготовку митинга, в итоге там, и лечить Алексея Навального начали и так далее. Но сказать, что вот там, Леонид, когда митинги? Мы проведем там митинг там, такого-то июля. Так не работает. Да? Мы должны... Как бы в обществе должен снова вызреть такой запрос, что-то должно случиться, и оно как бы вспыхнет. При этом, как власть делает все возможное для того, чтобы нормальную организацию было делать как можно сложнее. Да? Ну, мы это видели, опять же, с вами вот уже и по зимним митингам. Да? То есть любой человек, кто что-то пишет про митинг, там, к нему приходят, его арестовывают, человек там записывает какое-то видео, подвергается репрессиям. Человек пытается выйти там на улицу, до митинга дойти, его сажают. Там 12 тысяч человек было задержано, арестовано в январе. Да? То есть там максимально поднимаются риски. То есть власть, и вот, ну и как, конечно, вишенка на торте, вот эта вот атака на нашу сеть штабов, разгон, по сути, нашей сети штабов, которые, опять же, занимались вот всей этой такой планомерной, методичной работой по организации митингов. Эта вся работа теперь там делается практически невозможной. Помогает ли это власти победить несправедливость? Ну, конечно, нет. Митинги, они возникают почему? Из-за чувства несправедливости. Людям не нравится, что Путин 21 год у власти и использует ее там, для того, чтобы воровать и бесконечно лично обогащаться. Людям не нравится, что нет справедливости там, в суде. Людям не нравится, что там, растут цены, падают доходы, растет пенсионный возраст, что жизнь становится сложнее, а власть их кинула и не помогает. Ни с одним из этих факторов для протеста ничего не происходит. Путин может хоть там экскаваторы пригнать и физически срыть с лица земли все помещения, в которых когда-либо были офисы штабов Алексея Навального. От этого ничего не изменится. Да? Вот эти факторы протеста, которые вызревают и накапливаются, они не денутся никуда. То есть митинги, конечно, будут. Но поскольку у нас, скажем, нет штабов, теперь. И нет такого, что мы можем взять там и через сеть штабов сказать, там, мы назначили дату, и все штабы принялись агитировать, там, листовки раздавать, волонтеры принялись ходить и агитировать, там, чтобы все выходили на митинг там, в такую-то дату. Ну, это значит, что вот эти выплески там, эмоций, выплески негодования людей несправедливости, они будут более спонтанными, менее предсказуемыми. Как для нас самих, мы как политики гораздо меньше сможем сделать по организации, потому что все нормальные инструменты организации митингов Кремль у нас один за другим отсекает. Ну так и для Кремля. Мы видим, что вот там в демократических странах, как происходят митинги, назначается дата заранее, ведется информационная кампания заранее. Власть понимает, что ожидать от протестующих, какие они требования заявляют. Протестующие знают, что все пройдет там мирно и спокойно, они выйдут, выскажутся, донесут свои требования до власти. А в недемократических странах там, ну, протестные действия приобретают характер каких-то там спонтанных столкновений. Вдруг, казалось бы, откуда ни возьмись, это на самом деле никогда не происходит, откуда ни возьмись. Это происходит, потому что там назревало, накипало, а потом внезапно выплеснулось. Но поскольку там публичной какой-то подготовки не ведется, поскольку какой-то системной нормальной работы оппозиции в таких странах не дают вести, то для внешнего наблюдателя это выглядит как что-то совершенно спонтанное, неожиданно. Вдруг фигакс, и люди вышли на улицу там огромными количествами, и там что-то случилось. Да? Вот Путин гонит Россию вот в такой второй сценарий. Мне не кажется, что это умно. Мне не кажется, что это хорошо и выгодно для него. Мне кажется, что это в целом плохо для страны, что протестные активности будут все более, ну, очевидно, радикальными и все менее предсказуемыми. Ну, то есть, если как бы Путин сейчас делает так, да, что как бы там любой твит о митинге, любой там пост о митинге, любой призыв, там, это уже уголовка для тебя и так далее. Ну, а там участие в митинге, если там действительно много людей, там,
не несет в себе таких больших рисков. Ну, значит, люди будут там меньше говорить, больше делать. Наверное, в конечном счете, это приведет в итоге, наверное, там, к более массовым протестам, я так думаю, но которые будут гораздо менее организованными, потому что, как я уже сказал, там инструменты политические для организации митинга, их Путин там последовательно один за другим отсекает. У него явно есть такой план, у него явно, он явно считает, что это правильно он делает. Мне кажется, и опыт многих стран нас учит, что он скорее там стреляет себе в ногу этим самым, лишая возможности как-то там понимать, что происходит с протестным движением и куда оно движется, и там, чем оно ему грозит. И доиграется он таким образом. Ну, как бы посмотрим. История покажет, кто был прав. Так уверенно Леонид говорит, пишет нам Римма, про выборы. Как будто их кандидатов допустят до выбора. Вот это важная штука. Римма, очевидно, спорит с моим спичем стартовым про умное голосование. А спорит неправильными аргументами. Ребят, еще раз, умное голосование, это наше, умное голосование, это наша стратегия политической борьбы, которая придумана была в условиях уже 2018 года, после того, как Алексея Навального не допустили на выборы президентские, когда стало ясно, что наших кандидатов не будут допускать. Если допускают наших кандидатов, то никакое умное голосование не нужно. Бежим и агитируем за наших кандидатов, защищаем результаты наших кандидатов наблюдателями и делаем их депутатами. Как это было в прошлом году в Новосибирске и в Томске, когда мы с вами избрали наших ребят, там Сергея Бойко, Ксению Фадееву, депутатами в свои городские думы. Умное голосование – это политическая стратегия, как раз придуманная для ситуации, когда наших кандидатов не пускают, а мы все равно с помощью него наносим власти большой политический ущерб. Потому что есть сейчас кабинет в Кремле, там, на Старой площади, в администрации президента, где-то там у Кириенко, у кого-нибудь там Ярина, его зама по внутренней политике, еще у кого-то такого ублюдка, где они, значит, устраивают сейчас смотрины. Где приходят кандидаты и приносят им чемоданы с деньгами. И говорят, я хочу избраться в Госдуму по такому-то округу. Ему говорят, у тебя там 5 миллионов долларов. Он отдает, значит, там чемоданчик. И все. И вот в этом кабинете распределяют округа, расписывают, кто где изберется. А мы полностью эту игру им ломаем. Идея умного голосования же в том, что реально до последнего времени был вот единственный кабинетик в администрации президента, где решалось, кто будет депутатом. И вдруг приходят какие-то люди, абсолютно с улицы, и уже согласованного кандидата, который уже примеряет себе там кабинет в Госдуме, переголосовывают, и он остается никем. И это вносит огромное количество реально проблем и конфликтов. Это реально раскачивает лодку, это очень смешивает карты вот этим вот жуликам в Кремле, в президентской администрации. Потому что человеку они обещали, а он проиграл. Человек такой думает, ну нифига себе, я вроде договорился, меня что, кинули что ли, там, деньги мне возвращайте. У них там поделены уже все посты, все комитеты. Мы это хорошо очень видели на Мосгордуме, когда мы прокатили вот этого Метельского, главного московского единоросса. А он должен был стать там председателем какого-то комитета в Мосгордуме. А теперь надо какого-то совершенно другого человека придумывать вообще, кого избрать, кого им сделать. Кучу единороссов мы победили, в котором были проданы и обещаны какие-то должности, какие-то места. И мы заставили этих там, операторов кремлевских все переделывать и все перепридумывать. Жалко, что чуть-чуть больше еще не получилось, что мы большинства их не лишили. Если бы мы их лишили тогда большинства в Мосгордуме, там было бы совсем капец, потому что все вот эти псевдооппозиционные партии, мы понимаем, что КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия никакая не оппозиция. Но если бы они оказались в большинстве, ну они просто бы и перестали бы разговаривать с мэрией Москвы и с Единой Россией. Просто бы забрали себе все комитеты и все важные должности. И там вообще вся система управления, выстроенная единороссами, вся просто сломалась бы в одночасье. Мы были к этому вот очень близки. Там вот несколько тысяч человек не поверило тогда в умное голосование, и нам этого не хватило. Ну хватит в этот раз, я думаю. То есть умное голосование — это стратегия
придуманная как раз для ситуации, когда наших кандидатов не пускают, и направленная на то, чтобы тем не менее сломать кремлевским шулерам всю их игру и максимально внести как бы разброд и шатание в их ряды. Вот как это работает. Почему так мало новостей про Алексея? Что с Навальным? Когда его освободят? Почему так мало новостей про Алексея? Значит, новостей про Алексея. Значит, главная новость заключается в том, что у Алексея все относительно в порядке, насколько это может быть при данных условиях. Да? То есть к нему допускают адвокатов. Ему не препятствуют выходить из голодовки таким образом, как ему расписали его врачи. То есть постепенно, там, каждый день немножечко прибавляя дробное количество еды. Ему какую-то оказывают медицинскую помощь, маломальскую. Он находится в тюремной больнице. Как бы его не вернули пока, по крайней мере, в эту колонию в Покрове, где ему было очень плохо. То есть ситуация, как сказать, она ужасна. Алексей Навальный находится в тюрьме незаконно, где он не может находиться. Но там, по сравнению с той ситуацией, в которой мы были в марте и апреле, она там гораздо более стабильная. И у нас есть возможность с ним контактировать, то есть адвокаты туда сейчас вот после праздников снова каждый рабочий день попадают. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что в достаточно скором времени мы снова и от него услышим что-то, там, напишет он что-то, там, передаст через адвоката какой-то пост в Инстаграм, ну и так далее, как он это раньше делал. Ну, там, я как бы не знаю, от чего это зависит и как это происходит, когда он там решает написать пост или нет. Но я могу сказать, что ситуацию удалось стабилизировать, давайте так это скажем. Значит ли это, что мы прекращаем там, борьбу за его освобождение? Конечно, нет. У нас, например, вот вы знаете, что был такой довольно важный успех на внешнеполитическом фронте Amnesty International. Это все-таки крупнейшая правозащитная организация в мире. Она на прошлой неделе вернула Алексею Навальному статус узника совести. Это довольно важная штука. Конечно, гораздо лучше было бы, если бы она у него этот статус не забирала, потому что забрала она его по ошибке в начале февраля, став жертвой определенной манипуляции со стороны прокремлевских СМИ, которые сумели эту Amnesty International накормить определенной дезинформацией, что и привело к такому решению. Но мы 3 месяца довольно много усилий инвестировали в то, чтобы объяснить, чтобы поговорить с Amnesty, вести с ними диалог, объяснить, что произошло, показать им, как работает вот эта вот кремлевская машина пропаганды и дезинформации. Статуса не вернули. Это важно в том числе, потому что это позволяет Amnesty по всему миру, а этой организации десятки миллионов сторонников и активистов, вести активную такую политическую кампанию, там, не знаю, от пикетирования российских посольств до подписания петиций и всего такого в защиту Алексея Навального. Это не будет иметь прямо непосредственного действия там сегодня или завтра, но мы уверены, что эта кампания все равно скажется. Она меняет как бы политический фон, она меняет все равно восприятие каких-то вещей, в том числе западными политиками. Вот смотрите, Путину, сколько мы не писали петиций, ему, как об стенку горох, да, ему плевать. Он не живет в конкурентной политической системе, поэтому ему пофигу, что даже если, там, не знаю, 1 000 000 россиян подписывают какую-то петицию, он может на это не обращать внимания. Amnesty живет в конкурентной политической системе, в нормальной политической системе, где не разрушены механизмы обратной связи. Мы стали им писать письма. Многие там ученые, правозащитники написали им открытое письмо. Ребята, вы облажались. Многие люди, которые им жертвовали деньги, стали им публично писать. Ребята, вы облажались, если вы будете продолжать в том же духе, мы вам перестанем жертвовать деньги. Это заставило их, хотя это ну, довольно большая организация с довольно большой неповоротливой бюрократией, переосмыслить то, что произошло, признать свои ошибки, развернуться, как бы изменить свое решение. И это важная история о том, как отличаются системы с обратной связью от систем без обратной связи. Так вот,
Amnesty как раз может дальше вместе с нами работать там, в Европе, в Америке, в других каких-то политических структурах, где есть обратная связь. Например, продолжать требовать теперь в поддержку нашей всей истории там, персональных санкций против путинских олигархов. То, о чем мы давно говорим. В России про это говорить довольно бесполезно. Если мы присоединяем как бы, к нашей кампании там, голоса десятков миллионов людей, которые вместе с нами по всему миру будут требовать от политиков в Европе, в Америке, в Великобритании там, введения таких вот санкций, то есть там отнимание денег у путинских ближайших друзей, у путинских кошельков, то политики там, будут к этому прислушиваться, потому что они обязаны реагировать на обратную связь, потому что все там, европейские и западные политики живут от выборов до выборов, им важно, что пишут их сторонники, люди, которые им жертвуют деньги на выборы там, и так далее, и так далее. То есть здесь завоевание на нашу сторону такого могущественного достаточно партнера по политической борьбе, как там, крупнейшая в мире правозащитная организация, это важная штука. Еще некоторые вещи, такие внешнеполитические, сейчас активные происходят. Вот там Владимир Милов у нас ездит, сейчас встречается с многими политиками. Мы думаем, что мы услышим какие-то интересные новости с внешнеполитического фронта там, в ближайшие недели, месяцы. Это не очень быстрая история, но она есть. В России самая важная штука, которую мы можем делать, это, безусловно, умное голосование. Во-первых, потому что это главный политический проект, собственно, Алексея Навального. Во-вторых, потому что, ну извините, если мы изберем в Госдуму несколько десятков независимых депутатов, депутатов, обязанных своим избранием умному голосованию, ну найдем, значит, мы через них, среди них и тех, кто, скажем, с госдумской трибуны не побоится потребовать свободы для Навального, исполнения России, ее международных обязательств по Навальному. Россия, как мы помним, обязана его отпустите, то, что Путин этого не делает, это происходит просто по беспределу. То есть история с умным голосованием и с госдумскими выборами для нас, и здесь там, я знаю, что мнение Алексея Навального в том же самом заключается, это, безусловно, самая важная сейчас точка приложения сил на внутриполитическом фронте. Что насчет уволенных из метрополитена? Ребят, важный вопрос, очень, меня, как и вас, очень тронула эта история, да, что говорят, пишут, что около 100 сотрудников метрополитена были уволены за поддержку Алексея Навального. Мы просим их всех написать нам по электронной почте, был вчера, в пятницу, был пост в блоге Алексея Навального, просим написать на нашу правозащитную почту, в которой, где работают наши юристы, которые занимаются компенсацией штрафов задержанным, в том числе право@navalny.com. Ну, посмотрите, в блоге Алексея есть пятничный пост с этой информацией. И мы поможем с судами, поможем с восстановлением, с работой. И еще много с чем поможем. У нас есть несколько еще идей, как мы будем помогать людям, которые были таким образом незаконно уволены. Надо, чтобы они максимально с нами связались. Я надеюсь, что на этой неделе, мы в завершенном видео уже сможем как бы опубликовать и наше расследование вот по этой утечке и анонсировать план каких-то дальнейших действий. Я сейчас больше ничего на эту тему сказать не могу, но мы напряженно над этим работаем и заканчиваем эту работу. Это для нас очень важная штука, ну как бы там, своих в беде не бросать, защищать и помогать. Эти люди стали жертвами преступления. Там, вот действия, ну, это в посте в пятницу написано, действия вот этих там, руководителей Мосгортранс, вот этих всех ублюдков лексутовских, да, которые увольняли сотрудников, это они квалифицируются по 136 статье Российского уголовного кодекса. У нас есть такая статья, называется «Дискриминация». Преследование человека за его позицию, за его взгляды. И мы, соответственно, вот относимся там, к уволенным сотрудникам метрополитена так же, как мы относимся к людям, которых там незаконно посадили или оштрафовали, или избили за участие в митинге, или там возбудили уголовное дело за какие-то там слова в интернете, которые люди пишут. Это жертвы незаконных политических преследований, в отношении которых власть осуществляет преступления. И понятно, что там наша задача, как гражданское общество, этих людей поддерживать, им помогать, защищать жертв такого произвола. Близятся выборы,
близятся выборы. Вот тут был вопрос, сейчас вот много промоталось. Пожалуйста, ребят, не пишите, я буду банить. Не пишите один вопрос по 100 раз, да, потому что реально быстро мотается лента, 6 тысяч человек нас смотрят. 6 тысяч человек нас смотрят, и я не успеваю все читать. Значит, смотрите, слышали ли вы о новой зарегистрированной партии «Россия будущего» с председателем Мирой Моисеевой? Нет, ничего не слышал. Это, видимо, опять украденное у нас название, что-то такое. А что, если «Единая Россия» допустит до участия исключительно лояльных депутатов, которые все потом вступят в «Единую Россию»? Ну, это, конечно, идеал, к которому они стремятся, но так не будет. Региональная политика в России устроена немножко сложнее. Я записал на свой канал ролик специально как раз по этому вопросу, поэтому сейчас не буду спойлерить, он выйдет у меня на предстоящей неделе. Значит... Как изменить мнение знакомых о Навальном? Отличный вопрос. Говорить с ними. Просто говорить. Это единственный и самый эффективный способ агитации. Приводить примеры, показывать расследования, отвечать на вопросы. Вот я, опять же, там, на своем канале 2 раза в неделю выпускаю ролики с ответами на часто задаваемые вопросы. В том числе на многие вопросы такими сомнениями, с претензиями. Вот берите их и используйте в качестве иллюстративного материала. А вот спрашивают, значит, будет помимо выборов в Госдуму множество региональных и муниципальных выборов? Да, будет. И это очень важная тема, потому что, к сожалению, большая часть внимания, безусловно, будет уделена выборам в Госдуму. И, наверное, меньше немножко будет внимания к муниципальным и региональным. В 2019-2020 было побольше, потому что федерального ничего не было. А жаль. Мы будем поддерживать умным голосованием и кандидатов на региональных выборах, и на крупных муниципальных выборах, как и в прошлом, и в позапрошлом году. Мы проанализируем все округа и дадим рекомендации по всем одномандатным округам, по всем выборам уровня регионального, то есть законодательное собрание субъектов Российской Федерации, и областные центры, да, городские думы региональных столиц. И это суммарно будет около 70 еще избирательных кампаний, в которых мы там суммарно поддержим около 1000 кандидатов. То есть помимо того, что мы дадим 225 рекомендаций по каждому одномандатному округу по Госдуме, мы также дадим и рекомендации по региональным муниципальным выборам. И тоже важнейшая задача будет сейчас всех уговорить подписаться на умное голосование, чтобы у нас был контакт с избирателями. Ближе к выборам обязательно будут блокировать, будут пытаться не дать нам довести информацию о кандидатах, которых мы поддерживаем, до вас. И вам надо будет помогать нам преодолевать эту информационную блокаду. Для этого нам сейчас надо вступить в связь, в контакт с максимально большим количеством избирателей. А потом все равно надо будет, у нас будет телеграм-бот, как обычно, другие будут всякие методы донесения информации, которые, ну там, e-mail рассылку нашу, Кремль при всем желании заблокировать никак не сможет. И поэтому вот мы всех призываем, да, подписываться. А что думаете про партию «Новые люди»? Ну, это чисто кремлевский проект, спойлерский. Это партия, созданная там по указанию Кремля, под диктовку Кремля. Нужна она для того, чтобы размазывать оппозиционные голоса, голоса недовольных. У этой партии нет реальных шансов пройти 5% барьер, и поэтому, как и все другие партии, которая не пройдет 5% барьер, ее выступление на выборах окажется в пользу «Единой России». Путин ведь решает какую политическую задачу? У «Единой России» рейтинг сейчас 27-28%, а мест в Государственной Думе они хотят набрать 80%. Такого масштаба фальсификации нет. Фальсификациями они умеют добавлять по спискам, ну, где-то 10-15 процентных пунктов, 10-15 миллионов голосов. То есть можно сделать из 27 40-45, а надо гораздо больше. Но тут Кремль вспоминает, что к распределению мандатов допускаются только партии, прошедшие 5% барьер, а те, которые не прошли, не допускаются. И что получается? Кремль создаст несколько фейковых партий и запустит их на выборы.
Вот будет это партия «Новые люди», ну, партия «Роста», конечно, партия, это, ну, российская партия «За справедливость», которую делает такой мерзкий кремлевский политтехнолог Константин Рыков. Еще несколько. Вот будет там какая-нибудь украденная у нас название, там «Россия будущего», «Партия прогресса». Что-нибудь еще. И их цель будет буквально в следующем, чтобы, не знаю, там 10 таких партий, каждая собрала по 3%. Это значит, что 30% голосов недовольных людей, которые таким образом будут пытаться выказать свое недовольство, голосуют за эти спойлерские партии, 30% голосов просто уйдут в утиль. И смотрите, у «Единой России», скажем, было 40, ну, то есть было 30, фальсификациями сделали 40. 40 от 100 – это меньшинство, меньше половины. Но если 30% досталось партиям, которые барьер не преодолели, то все депутатские мандаты будут делиться только между, по списочной части, будут делиться только между партиями, которые преодолели барьер. То есть все депутатские мандаты распределятся как бы на партии, набравшие оставшиеся 70% голосов. А 40 из 70 – это уже большинство. Магия. Вроде никакого жульничества. Но партия, не имеющая никакой всенародной поддержки, неожиданно оказывается в абсолютном большинстве в парламенте, плюс махинации по одномандатным округам, и «Единая Россия» опять в шоколаде. В этом и состоит их план. И вот все эти штуки, типа «Партия «Новые люди», это просто часть этого плана. Как поведете людей на выборы? Люди не хотят голосовать. Люди не хотят голосовать, потому что думают, что выборы ничего не решают, потому что Кремль им долго объяснял, что выборы ничего не решают. В общем, это же такая кремлевская тема, давно уже она заключается в том, чтобы сушить явку на самом деле. Мы по телеку объясняем людям, выборы ничего не решают, от вас ничего не зависит. Мы знаем, что у нас есть, Кремль знает, что у них есть там 10% людей, которые всегда будут за них. Подневольные какие-то, вот бюджетники, которых можно заставить, там сотрудники администрации, ЖКХшники, ну какие-то люди там, управляемые, которые всегда придут и всегда проголосуют, как Кремлю надо. Соответственно, эти 10% при явке 100% не очень большое значение имеют. А если явку высушить, если на выборы придет всего 20%, то это уже половина. Ну, там еще кого-то купить, кого-то запугать, кого-то убедить, как бы, и без проблем. Так и куется всегда результат. Поэтому история, что на выборы ходить не надо и выборы ничего не решают, всегда была важной частью кремлевской, безусловно, пропаганды и частью достаточно успешной. Ну и потом, когда люди не ходят на выборы, на конкурентные выборы, то, конечно, ужасно удобно вбрасывать, ужасно удобно рисовать протоколы. Ну, зависит от степени наглости, зависит от присутствия и отсутствия наблюдателей здесь. Вообще, вот прямо сегодня в Саратове проходят довыборы по какому-то округу, по-моему, в областную думу саратовскую. Туда поехал десант наблюдателей из ассоциации «Голос», из нескольких городов. Поехали ребята из Самары, а в том числе там Сергей Подсытник, такой бывший координатор нашего бывшего штаба, замкоординатора нашего штаба, Давид Канке из Краснодара, такой очень известный человек в наблюдательском движении. В общем, из нескольких соседних регионов они собрали такой наблюдательский десант и отправились вот в Саратов на эти довыборы. И я сейчас слежу за тем, что они пишут, там ужасно смешной феномен наблюдается. Смотрите, это довыборы. У нас к обычным-то выборам интерес очень маленький, а тут как бы по какому-то конкретному округу довыбирают. У нас на обычных муниципальных выборах и местных явка процентов 15-20, на довыборах еще меньше. Так вот, что они пишут. Приехало какое-то количество наблюдателей, и они просто целиком закрыли наблюдателями один конкретный округ, одну конкретную окружную комиссию. И по состоянию на 15 часов там по этой окружной комиссии явка 4%. 4. И это, видимо, реально. Ну, если на 15 часов 4, значит, там к концу дня голосования будет 6-7%. Ну, а что вы хотите? Людей реально отучали на выборы ходить, и реально это, ну, там, местная кампания, там, мало кому интересно. На Госдуму все-таки явка повыше, на Госдуму явка процентов 40. А еще важно понимать, что это Саратов. Это регион, в котором фальсифицируют довольно беспредельно. А понимаете, когда фальсифицируют беспредельно,
то ну, шило же в мешке не утаишь, об этом все знают. Это штука тоже, которую мы давно и много раз уже наблюдали на разных выборах. Что настоящая явка в регионах, где фальсифицируют, всегда меньше, чем явка в регионах, где не фальсифицируют. Почему? Потому что люди просто знают, что там массовые фальсификации, там рисуют протоколы и все рисуют. Ну, смотрите, в России 92 тысячи, что ли, избирательных комиссий, 94 тысячи. В каждой комиссии работает 12 человек обычно. Это учителя. Ну, там почти все учителя страны в этом, к сожалению, задействованы. То есть в одних только комиссиях избирательных, не низшего уровня, в УИКах, в участковых избирательных комиссиях, по России работает около 1 миллиона человек. Их ближайший круг общения, да, там члены их семей и ближние друзья, это там типа 5-10 миллионов человек. Ну, у каждого из вас наверняка есть не очень дальний родственник, учитель, или не очень дальний знакомый, близкий знакомый, или не очень дальний знакомый, учитель. Раз он учитель, он, скорее всего, член избирательной комиссии. Ну и представьте себе, что есть регион типа Саратова, или Мордовии, или Дагестана, где год за годом, вот в Дагестане или в Мордовии это продолжается уже 15 лет. Год за годом на всех выборах ничего не считают, никакие голоса, просто рисуют и просто фальсифицируют. Просто вообще пишут в протоколы, что попало. Ну эти учителя, которые это делают, ну они приходят потом домой. Ну все равно они обсуждают это с родственниками, знакомыми и так далее. И это охватывает огромное количество людей. Все про это знают. Ну а раз все знают, то все и понимают, что тогда ходить, если речь идет про те регионы. Их, к счастью, не очень много. Но если речь идет про те регионы, где выборы просто рисуют от начала и до конца, в большинстве регионов не так, но там в Саратове, к сожалению, так, то люди просто знают, ходить туда не надо и не ходят. И вот туда приезжают наблюдатели и видят явку в 4%. Но что самое смешное, на соседних округах, окружные избирательные комиссии рапортуют, что у них явка, знаете, какая? 42%. То есть вот есть там Саратовская область, есть два округа, они ничем не отличаются. В одном явка 4%, в другом 42%. Какая нарисованная? Ну понятно, где есть наблюдатели 4%, а где нет наблюдателей. Почему-то мистическим образом явка оказывается в 10 раз больше. По официальным данным избиркома, они на сайте избиркома опубликованы, ничего ни у кого в Саратове в избиркоме не ёкает, что они такие абсолютно фальшивые цифры публикуют на всеобщее осмотрение. Ой, у нас тут аномалия, вот в селе Иваново ходит на выборы каждый 25-й, а в селе Петрово каждый второй. Ну конечно, мы так и поверили. Понятно, что решает наличие наблюдателей. В присутствии наблюдателей фальсификаторам становится гораздо сложнее. Хотя в Саратове они прекрасно умеют фальсифицировать выборы. Но, смотрите, десант опытных наблюдателей из других регионов и ведут себя уже в конкретно взятом округе тихо, смирно и никаких гадостей не делают. Чему эта история нас учит? Реальная явка на российских выборах очень низкая. Присутствие наблюдателей дисциплинирует фальсификаторов даже в таких грязных регионах, как вотчина Вячеслава Володина, Саратовская область, и помогает добиваться гораздо более нормального как бы подсчета. Ну, подсчет голосов мы еще не знаем, он начнется только в 8 вечера после закрытия участков, но, по крайней мере, подсчеты избирателей уже точно. Понятно, что там, где уже нарисовали явку в 40%, понятно, что там уже накидали сколько нужно. И, конечно, голоса избирателей очень важны, когда явка на самом-то деле такая низкая. То есть два аспекты вместе будут работать. Умное голосование и наблюдение. И, собственно говоря, именно поэтому сейчас вот они и направили такой удар на сеть наших штабов. Потому что умное голосование это мы можем делать и без региональных штабов очень хорошо. Ну, то есть нам надо всего лишь дать, собрать и довести до вас рекомендации о том, в каком округе за кого голосовать и как бы призвать всех вот консолидированно голосовать за самого сильного конкурента единороссов. А наблюдение мы, конечно, планировали делать на базе сети штабов, обучение и так далее, и так далее. Мы придумаем и расскажем, как мы перенесем
обучение, видимо, в онлайн формат, ну, понятно, слава богу, так сказать, год ковида всех научил, да, тому, что можно и через Zoom эффективно учиться, ну, и многие другие вещи, связанные с организацией наблюдения, мы все равно придумаем и решим. Но я думаю, что главная идея, которая вот была в Кремле, когда они придумывали там, как бы нам, значит, еще насолить штабам Навального, давайте их признаем экстремистами, вот главный, как бы, мотиватор этой идеи был как раз в том, чтобы попробовать сорвать нам кампанию по наблюдению. Фига с два, ничего у вас не получится. Но надо сказать, что, конечно, это была неприятная такая штука, и многое нам приходится сейчас перепридумывать. Но, еще раз, наблюдение и умное голосование в связке будут работать великолепно и приведут к тому, что в очень многих российских регионах, в Дагестане и в Кемерово вряд ли, но в регионах даже уже типа Саратова, жуликам мы не дадим шансов. А в регионах типа там Екатеринбурга, Новосибирска и, конечно, в Москве, где наблюдателей много и где при наблюдателях считают всегда более или менее нормально, мы просто всех единороссов выпотрошим и высушим. По партийным спискам в Госдуму будет анализ, за какую партию голосовать. Мы будем проводить, я думаю, всякого рода исследования, будем думать о том, как бы, какая тактика здесь оптимальна, но в целом совет остается прежним. Пока что с точки зрения партийных списков для нас кажется по-прежнему важным там, голосовать за любую партию, кроме Единой России, из тех, которые имеют шансы на прохождение барьера. Главное не голосовать за партию, у которых нет шансов на прохождение барьера, тогда ваш голос теряется, и Единой России это выгодно. Какие партии будут иметь шансы на прохождение барьера? Это вопрос гораздо более тонкий, и на него пока рано отвечать. Мы это увидим, когда компании, когда партии сформируют свои избирательные списки, какие там будут имена, когда проведут кампании, у кого получится, насколько яркая кампания, когда будут рейтинги. Вот там уже надо будет гораздо глубже думать и понимать. Значит, так, дальше, поехали. Возможно ли стать наблюдателем, если нет 18? Нет. Здравствуйте, Леонид. Почему просто не взять, не объявить на канале, за кого голосовать? Это же проще и эффективнее. Ребята, а как вы себе это представляете? 225 округов только в Госдуме. Я должен читать. 164 избирательный округ, голосуем за Иванова. 165 избирательный округ, голосуем за Петрова. А вы знаете, какой у вас избирательный округ? А точно знаете. Идея системы сайта умного голосования в том и заключается. Вы регистрируетесь, сообщайте адрес, улицу, да, нам не надо знать там ни квартиру, нам не надо знать, как вас зовут, но мы дальше уже по адресу, по дому определяем, к какому избирательному округу вы относитесь и присылаете вам рекомендацию по этому округу. Причем ваш же дом может попадать в какой-то округ на выборах в Госдуме, у вас могут быть одновременно выборы в региональный парламент, и там он попадает в какой-то другой округ, и выборы в городскую думу, и там попадает в округ. То есть мы вам можем там трех кандидатов порекомендовать. Для этого мы создаем довольно сложную IT-систему, которая учитывает все вот это географическое распределение, нарезку округов и так далее. Вот. В Татарстане что делать? И в других электоральных султанатах. Да, есть такой грустный термин в российской политологии, электоральные султанаты, да, вот я уже приводил пример Кемерово, Мордовия, Дагестан, увы, к ним относится Татарстан. Регионы, где рисуют любой результат за Единую Россию, вообще не обращая внимания на ни на что. То есть, если во многих регионах как бы боятся наблюдателей и фальсифицируют только если наблюдения нет, то в этих регионах, ну, как бы гораздо более отвязно себя ведут. Знаете, даже в таких регионах присутствие наблюдателей все равно их нервирует и сдерживает. Я напомню, что в 2018 году на президентских выборах мы делали даже такую смелую штуку, как десант наблюдателей в Чечню. Мы отправили около 50 самых смелых наблюдателей в Чечню. И знаете, какой сюрприз? Вот почему-то на тех участках, где были наши наблюдатели, в Чечне была явка где-то 38%, 50%. На всех других участках 99,9%, а там, где наши сидели, 38%. Понимаете? Вот ну, почему-то так получилось. То есть все равно присутствие наблюдателей охлаждает и
как бы охлаждает фальсификатор в значительной степени. 19 часов 50 минут. Это программа «Волков по воскресеньям». Сегодня в таком немножко необычном формате, особенно для тех, кто раньше меня не смотрел на моем канале, а смотрит только на Навальный Лайв. Я только отвечаю на ваши вопросы. Просто беру из чата практически подряд вопросы и читаю. Меня зовут Леонид Волков. Я руковожу работой команды Навального сейчас. Не могу уже говорить слово «штаб», но какая разница? Команда-то осталась. У нас есть умное голосование, как наш политический проект, у нас есть многие другие замечательные проекты, и мы с вами продолжаем нашу совместную работу. Поддерживать ее вы можете, лайкая это видео, делясь этим видео со знакомым и с друзьями, отправляя нам всяких уточек и подписываясь на спонсорство наших каналов, просто не опуская руки, следя за нашей работой. Скоро мы расскажем о том, как можно стать наблюдателем. Скоро мы расскажем больше о том, как еще можно поддержать умное голосование. В общем, оставайтесь с нами на связи, а я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Так, что вы думаете о телеграм-канале «Генерал СВР»? Не люблю конспирологию. Что про Израиль? Прокомментируйте ситуацию в Израиле. Знаете, ребят, не буду устраивать здесь большой хуливор. Не буду. Я написал у себя пост в Фейсбуке на 5000 лайков и на 2000 комментариев. И там такой был какой-то ад просто бесконечный. Ад и Израиль в комментариях. Не хочу. Я не считаю себя там экспертом по всем возможным вопросам и не пытаюсь себя строить такого эксперта. Вот я давайте буду концентрироваться все-таки на российской внутренней политике. Ну, то есть понятно, что мне... Понятно, что я, как и весь мир, слежу за ситуацией в Израиле. Понятно, что я переживаю. Понятно, что я не нахожу никакого оправдания там просто вот ситуации, когда тысячи ракет летят просто в города с мирными жителями. Просто так, наобум. Да, там, лишь бы куда эти ракеты упали. Но при этом я также понимаю, что это безумно сложная, запутанная ситуация, которая там складывалась и развивалась там, 72 года. Любой человек, который говорит, что там у израильского арабского конфликта есть какое-то простое объяснение, простое решение. Вот это точно жулик и шарлатан, там, гоните его прочь. Это, к сожалению, там, ситуация, которая останется в мире неразрешенной на многие десятилетия. И там будут люди страдать, и там будет всегда все очень тяжело, и от этого ну просто никуда не деться. Слишком много всего наворочено, и каждая сторона может там привести огромный список как бы историй и комментариев на тему того, где и когда другая сторона была неправа. И у каждой будет своя правда. А сторон гораздо больше, чем две. Если что, там много трений, течений, направлений и идей там, внутри Израиля, внутри арабского мира в целом, внутри палестинских арабов, внутри израильских арабов. Все очень сложно. Хамас... Там террористическое движение, безусловно, только Путин и Лавров не считают их террористами, весь цивилизованный мир их считает террористами. Хамас это вовсе не равно палестинскому народу, там, который устроен гораздо более сложно, и там, Хамас это там, конкретная террористическая группировка, которая сейчас удерживает власть на одной части там, территорий, которые были отведены в свое время под создание арабского государства на территории Палестины. Израильский народ тоже там очень сложно устроенный, далеко не един там в своем мнении по многих вопросах. Но вот как бы давайте просто там следить, сопереживать, это важно для всего мира, но в какие-то более глубокие комментарии я сейчас не уйду по этой теме. Здравствуйте, зарегистрировано в одном городе, проживаю в другом. Сможете ли, смогу ли быть наблюдателем не по месту прописки? Да, сможете. Так, будете ли объединяться с другими партиями или общественными движениями? Объединяться для чего, ребята? Это всегда вопрос. Тоже записывал у себя на канале прямо видео специальное. О том, что объединение ради объединения, это скорее вредная штука. Объединение, вы себе как представляете? Мы сели, провели круглый стол, подписали какую-то совместную декларацию и коммюнике об объединении. И что дальше? Куда мы эту бумажку сунули? Смысл любого объединения в действии, в достижении какой-то конкретной цели. Вот сейчас у нас есть конкретная цель. Выборы в Госдуму через 4 месяца. И мы готовы объединяться, сотрудничать с любой политической организацией, которая с нами готова вместе работать.
даже в какой-то части этих целей. Вместе работать по теме организации умного голосования. Зашибись. Вместе не готовы работать по теме умного голосования, но готовы помогать нам или там, работать с нами вместе по теме организации независимого наблюдения. Отлично, вперед, поехали. Давайте всегда плясать от конкретных задач, от конкретных проектов, и не говорить про объединение ради объединения. Что скажете про праймерис Единой России? Я ужасно возмущен, знаете чем? Что они устроили эти свои праймерис, все-таки Единая Россия это одна из партий технически, теоретически. Они устроили эти праймерис на госуслугах, на государственной IT-системе, оплаченной нашими налогами. Да еще и, опять же, бюджетников туда загоняли, все эти бесконечные истории по принуждению. Ну, видимо, они это делали вот для чего. Типа, у них была идея такая, мы типа сейчас загоним бюджетников в госуслуги, там им покажем как бы кандидатов, потом скажем, ну вы же уже один раз за этого кандидата на праймерис проголосовали, теперь проголосуйте за него и на выборах Госдуме. Такой вот дополнительный способ агитации и контроля. Понимаете, человека не зарегистрировали там, даже принудили. Потом говорят, а мы видим, ты голосовал или нет. И дальше уже не важно, есть тайна электронного голосования или нет. Мы не знаем, никто не видел. Российская система электронного голосования – черный ящик. Никто не знает. Никто не проводил независимый аудит кода. Никто не знает, там соблюдается тайное голосование или нет. Можно там фальсифицировать или нет. Может и нельзя, а им это не надо. Они говорят избирателю, бюджетнику, мы знаем, как ты проголосовал. И бюджетник думает, так, раз они так знают, наверняка они знают, не только голосовал я или нет, но знают, за кого я голосовал. И, там, и уволят меня, если я не так голосовал. Это такая штука, которая действует как... как бы, ну вот, по сути дела, фальсификация такая неявная, да, то есть у человека стоят над головой с топором в руке и говорят, мы не подсматриваем, как ты проголосуешь, но, пожалуйста, проголосуй правильно. Ну, понятно, что это, к сожалению, работает, и там сложно осуждать людей, которые под таким принуждением там ставят галочку, куда им захотят. Поэтому в российских условиях, с российским подходом к администрированию выборов, электронное голосование является, безусловно, жульничеством. А то, что праймерис Единой России проводится на государственной платформе электронного голосования, является дважды жульничеством. Безопасно ли агитировать за умное голосование? Да, безопасно. Умное голосование – это политическая технология мобилизации избирателей. Ее никто и никак не может признать экстремизмом или экстремистской технологией. Ну, нет такого в законодательстве. Законодательство позволяет, к сожалению, признать экстремистской там, политическую организацию. Вот они, или там, некоммерческую организацию. Вот они там, признают завтра ФБК и штабы Навального. Это да. Признать экстремистской технологию умного голосования нет, они не смогут. Это безопасно. Как там Алексей? Я уже рассказывал. Значит, меня принуждали, я отказалась, были угрозы, пишет Александр. Александр, вы огромный молодец, что отказались, и огромный молодец, что справились с угрозами. Что думаете про Николая Бондаренко? Николай Бондаренко яркий региональный политик, совершенно не близкий мне по взглядам, но это как раз яркий пример политика, которого умное голосование обязательно поддержит. Если он пойдет по одномандатному округу как раз в Саратове против Володина, мы сделаем просто все, чтобы его поддержать, и чтобы он мерзкого, омерзительного, лицемерного, лживого Володина, спикера Госдумы и позора России, чтобы Бондаренко его победил. И я считаю, что как раз поскольку Бондаренко яркий и заметный политик, у него есть для этого все шансы. Вот отличный пример идеального кандидата умного голосования. Мы не близки по взглядам, но это сильный политик, у которого есть шансы победить единороссы. Мы его поддержим. Насколько велики шансы, что умное голосование сможет помочь на выборах Госдумы? Очень велики, но я записал потом еще видео с таким математическим анализом этой темы, тоже выйдет у меня на канале на этой неделе, в описании этого видео должна быть ссылка на мой YouTube канал, подпишитесь на него, пожалуйста. Что предпринимается для освобождения Алексея Навального? Говорил уже раньше, скажете. Завтра будем держать кулачки за ФБК, пишет Максим. Максим, знаете, спасибо, но, честно говоря, поберегите эмоции для кого-нибудь другого раза. Понимаете, мы все знаем, как работает российский суд, в кавычках. Мы все знаем, как все это устроено. Для нас, как бы, все стало ясно 16 апреля. Вот 16 апреля прокурор сказал,
мы требуем признать там ФБК и штабы Навального экстремистской организации. Все стало ясно, мы стали готовиться к тому, чтобы перестраивать свою работу, и вот как бы месяц уже напряженно работаем, занимаемся там реорганизацией, выведением из-под удара сотрудников, доноров, тех, кто нам помогает всячески и так далее, чтобы продолжить вести наши политические проекты, умное голосование, расследование и так далее, в изменившихся условиях. Потому что наша сила всегда была в гибкости и в умении в любых условиях найти там правильный формат для продолжения работы. Переживать сейчас из-за того, что там завтра суд проштампует бумажечку от черногорского прокурора Дениса Попова, ну серьезно, поберегите свои нервы и эмоции для чего-то другого. Жизнь продолжается. По-прежнему намерены провести кого-то из своих кандидатов, даже после того, как запрещают выдвигаться даже тем, кто донатил ФБК. Ну, слушайте, давайте так. Во-первых, у нас все равно никуда не делись и никуда не свернулись кампании наших кандидатов в Госдуму. У нас есть кандидат Любовь Соболь. Она находится под ограничением определенных действий, там, фактически почти под домашним арестом. У нее есть уже один уже вынесенный приговор по делу по стирщику трусов Кудрявцеву. У нее есть уже, скоро будет приговор по санитарному делу, там тоже дело быстро идет к суду. И смотрите, она все равно не останавливается, не сдается, ведет кампанию, ее волонтеры ходят, агитируют и так далее. Она будет собирать подписи, будет выдвигаться, будет добиваться участия в выборах, потому что, хоть 100 принято абсурдных законов. Она будет делать там то, что должна делать, как ответственный российский политик, бороться за своих избирателей. И, кстати, смотрите, вот этот абсурдный совершенно закон про то, чтобы запрещать баллотироваться даже тем, кто имел там отношение к ФБК когда-либо, закон с обратной силой, абсолютно неконституционный, абсурдный. Там ведь все с ним не так просто. Вчера еще, по-моему, даже такой одиозный деятель, как сенатор Клишас, который, тем не менее, как бы изображает из себя сторонника законности, высказался на тему, что что-то с этим законом не так, и надо его очень серьезно править. Ну, потому что реально, там, вычленить всех, кто там донатил ФБК, ну, это сотни тысяч людей. А если среди них случайно окажется и кто-то, кто уже там был согласован ими, как кандидат в Госдуму, из-за этого будут какие-то скандалы. Ну и просто, как бы, все-таки это покушение на такой базовый какой-то конституционный принцип, который, видимо, даже там сенатору Клишасу стало неуютно. Он, видимо, себе образно представил, что если сегодня задним числом лишают избирательного права сотни тысяч людей, то завтра задним числом там его там тоже за что-нибудь, закиньте его делишки, к чему-нибудь пристегнут. В общем, там самые-то умные, Клишас довольно умный чувак, самые умные из них помнят, с чего начинались сталинские репрессии. Сначала начинали оголтело бороться с якобы там классовыми врагами, врагами народа, а потом в первую очередь перелопатили и всех своих. И Клишас хорошо понимает, что если открыть там ящик Пандоры с подобного рода законопроектами, то потом сами же единороссы друг друга посредством таких законопроектов и начнут мочить. Там не все так просто. Поэтому Соболь продолжает работу. Олег Степанов, бывший координатор московского штаба, объявил о своем выдвижении, ведет работу по Нагатинскому округу, тоже собирает волонтеров, собирает контакты. Он вообще под домашним арестом находится. И ничего, идет как бы, ведет кампанию. Вот у него есть сайт тоже, степанов2021.org. Там он собирает контакты будущих сборщиков подписей, волонтеров. А что, зачем как бы отказываться от этого раньше времени? Очень интересно, кстати, дойти до Конституционного суда с этим законом, если они осмелятся наших кандидатов по этому законопроекту снять. Ну и мы же видим, вот по опыту 2019 года мы видели, умное голосование так эффектно выстрелило на выборах в Мосгордуму, потому что до этого была героическая избирательная кампания. Любови Соболь, Ивана Жданова, Ильи Яшина, других ребят, которые боролись.
Избиратели видели, что за них борются, за их интересы борются. Избиратель не дурак, он все это видит. И когда наших кандидатов поснимали по беспределу, избиратель пошел на выборы с фигой в кармане, на избирательном участке эту фигу достал и единороссам по всей Москве показал. Поэтому, конечно, я абсолютно поддерживаю то, что делают Соболь и Степанов, то, что они все равно ведут, не сворачиваются избирательной кампании. Мы их будем во всем поддерживать и вам тоже советую это делать. А в регионах у нас вообще многие избиратели идут, многие наши бывшие, теперь уже сотрудники, идут на выборы, потому что даже если этот адский закон про запрет баллотироваться будет принят, это относится только к выборам в Госдуму. Ирина Фатьянова, наш координатор, бывший в Санкт-Петербурге, выдвигается в ЗАГС Собрание, то есть это региональный уровень выборов. Андрей Прокудин, наш бывший координатор в Твери, выдвигается в ЗАГС Собрание. Виолетта Грудина в городскую думу в Мурманске идет. Лилия Чанышева идет в городскую думу, в городской совет в Уфе и так далее, и так далее. Там у нас есть множество региональных избирательных кампаний, где мы будем, да, поддерживать наших кандидатов. 8 тысяч человек смотрят, как я отвечаю на вопросы в прямом эфире. Вы видите, что я вопросы читаю прямо из чата. Сейчас буду дальше читать. 20 часов 05 минут. То есть у нас есть еще 25 минут в этом эфире. Волков по воскресеньям на канале Навальный Лайф. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, про уточек и другие наши стикеры. Не забывайте. Вы можете нас поддерживать. А если вы спонсор канала Навальный Лайф, то можете отправлять на экран всякие сообщения, стикеры. И бесплатно тоже. Так, что можно делать несовершеннолетним с выборами? Почти ничего, надо честно сказать, голосовать не можете, наблюдать не можете. Будет, наверное, проект по видеонаблюдению, когда будут, если будут камеры на участках, будут записи с этих камер собираться, транслироваться, будет проект по альтернативному подсчету явки, потому что мы часто видели, что они говорят, явка такая-то, смотрим по камерам, и на участке пришло там в 3-4 раза меньше людей. Вот этот штука, которую точно несовершеннолетние могут делать. Ну и что еще, даже не знаю. Ну в личном качестве, в соцсетях вы у себя, безусловно, можете агитировать. Как бы раздавать листовки, по-моему, уже не можете. Надо с юристами посовещаться, надо вспомнить, я не помню. Так, про митинги уже ответил. Как записать уточку? Есть в описании к этому видео. Что думаете про Максима Каца? Слушайте, я в июне 2016 года, то есть 5 лет назад, написал пост под названием «Это последний пост про Максима Каца, больше комментировать не буду». Поэтому я буду верен себе и больше комментировать не буду. Я же как бы обещал. Почему не публикуете количество регистраций на умном голосовании? Не считаем нужным. Нам их надо как можно больше. Мы не хотим, чтобы люди расхолаживались и отдыхали. Значит, почему вы даже не прокомментировали слив данных? Это неправда, мы комментировали и приносили там публичные извинения и объясняли, что мы будем делать дальше. И уже в этом эфире я говорил, что будет дальше. Какая будет стратегия умного голосования на губернаторских выборах? Это будет старая тактика или же умное голосование будет поддерживать кого-то одного типа Фургала? Ребята, давайте еще раз вспомним матчасть. Губернаторские выборы проходят в два тура, в два, а не в один. Когда выборы в один тур, как выборы депутатов Госдумы, например, там кто набрал больше, тот и получил. Поэтому очень важно, если у единоросса рейтинг 30%, он все равно может выиграть, если 4 его конкурента получат там 20-20, 15-15. Единоросс получит 30 и победит. Поэтому там нам нужно умное голосование. Мы консолидируем протестные 70% протестных голосов на ком-то одном, кто побеждает единоросса. Но если выборы проходят в два тура, то смысла в этом нет. Если единорос набирает меньше 50%, то как бы ни распределились другие голоса против него, то будет второй тур, в который выходит единорос и тот, кто набрал больше всего голосов из оставшихся. Поэтому на губернаторских двухтуровых выборах в первом туре важно приходить голосовать за любого, кроме единоросса. Вообще не важно за кого. Там как бы умное голосование происходит само собой. Тот, кто людям больше всего нравится из остальных кандидатов, тот выходит во второй тур. Во втором туре мы все голосуем за него, опрокидываем единоросса. Так, двигаемся дальше с вашими вопросами. Так,
Что насчет татушки от ядра? Слушайте, ну история с татушкой от ядра, с выдвижением Юлии Волковой в Иваново, вот это как раз, конечно, чисто такая пиар-дымовая завеса. История нужна только для того, чтобы как бы отвлекать внимание, только для того, чтобы мы ее обсуждали. Чтобы отвлечь внимание реально от каких-то более актуальных вопросов повестки. Господи, она пошла на праймерис, ее может еще и прокатят. На праймере, скорее всего, там какой-то другой кандидат согласован. Но это вот реальная такая кремлевская игра в отвлечение внимания. Просто не ведитесь. Я живу за границей, в Швейцарии. Могу ли я проголосовать в посольстве? Могу ли я стать наблюдателем? Ответ – да и да. На выборах в Госдуму, в отличие от региональных выборов, поскольку выборы общефедерального уровня, граждане России, проживающие за рубежом, имеют право голосовать, соответственно, в посольствах, в консульствах России и могут там наблюдать на выборах. Так, планирует ли умное голосование поддерживать кандидатов от горпроектов? Ответ, как всегда, один. Умное голосование есть общий принцип поддерживать самых сильных кандидатов, которые имеют шанс победить единороссов. Как это было в 2020 году, когда мы поддержали целый ряд горпроектовских кандидатов, и некоторые из них выиграли, например, в Томске, а целый ряд не поддержали, потому что они были слабые и непроходные, и действительно они заняли там 4, 5, 6 места. Так, что вы думаете о Евгении Панасенке? Он какой-то очень смешной человек. Ну, то есть он, я не знаю, как отделять у него как бы вот эту игру и публичную фигуру от того, что он на самом деле себя представляет. Я с ним лично не знаком, но, конечно, вот эта его публичная фигура, вот этого нарциссизма, там, бесконечного самолюбования, она не внушает какого-то, так сказать, симпатии. Никакого внушает. Про митинги отвечал раньше, вначале говорил минут 15. В Ростове-на-Дону жестко рисуют выборы, вопросительный знак. Да, Ростов-на-Дону гораздо ближе там, к Краснодару и Саратову, чем к Новосибирску и Томску. Это регион тяжелый в плане рисования. Почему Алексея вообще отправили в колонию? Так как, когда приговор еще не вступил в законную силу, апелляция будет или уже все? Апелляция была, там не приговор же, там вступило в законную силу после апелляции вот это вот безумное решение о замене условного срока на реальный по делу Ифраше, да, по приговору 2014 года, потому что Алексей вот пока находился в коме, не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции в Москве, где должен был отмечаться. И нарушил тем самым условия испытательного срока. Все. То есть он сидит как бы в колонии по решению о замене условного на реальный. Но при этом, да, мы помним, что решением ЕСПЧ сам приговор даже к условному сроку был отменен, и кроме того, решением ЕСПЧ, которое является обязательным для исполнения российскими властями, было, собственно, потребовано, чтобы он был немедленно сейчас освобожден из колонии, потому что было признано незаконным вот это решение о замене условного на реальный. Путин не исполняет это решение, потому что гладиолус. Ну, то есть никаких юридических аргументов, никаких содержательных аргументов Путин не высказывает, российская власть не высказывает. Потому что можем, по беспределу. Это, ну, как бы вот такое правовое государство сейчас в России. Что вы думаете, как вы сможете, когда Единая Россия уйдет, через сколько недель, месяцев, лет? Мы не знаем, и никто не знает. Мы знаем, что нужно делать для того, чтобы это случилось скорее, чем позже. Работать. Работать по реализации тех политических проектов, которые предлагает и развивает Алексей Навальный. Например, умное голосование. Будут ли выложены исходники агитматериалов для умного голосования? Слушайте, по-моему, сейчас даже на сайте умного голосования, вот я сейчас прям проверю, они выложены, а если нет, то будут выложены обязательно, конечно. Сейчас, да, сейчас только можно шарить в интернете, рассказывать про умное голосование. Вы правы, листовок нет, значит, положим. Пойду наблюдателем. И сын пойдет. Молодцы. Волков по воскресеньям. Нет оповещений. Заходим на Навальный лайв, а там эфир идет. Тысячи людей не могут вас найти. Разъяснитесь
Пишет Дмитрий. Дмитрий, вы грозно написали, разъясняюсь, как работают алгоритмы YouTube и от чего зависит оповещение или их отсутствие, я не знаю. Может быть, у вас не стоит колокольчик, а может, YouTube барахлит. Я знаю, что надо сделать для того, чтобы больше людей увидели этот эфир. Расшарить его, поделиться им сейчас, когда вы смотрите, или после эфира. Будет ли обжалование в кассации решения по ИФРШ? Да, будет. Это я прочитал стикер, который вы отправили с вопросом. Алексей будет свободен? Вопросительный знак. Да. Россия будет счастлива? Вопросительный знак. Да, обязательно будет. Может сделать заявление про умное голосование на основном канале, это увеличит охват. Мы обязательно на основном канале будем много еще рассказывать и говорить про умное голосование. Конечно. Почему лидеры ЛДПР и коммунистов выступают резко против Навального? Умное голосование будет продвигать в том числе их кандидатов. Не верится в то, что они это не понимают. О, ребята, отличный вопрос. Спасибо за него большое. Они, конечно, прекрасно понимают. Но, смотрите. Как бы и Зюганов, и Жириновский, они абсолютно конченые. Да, то есть это там люди, которые там все продали, которые полностью находятся там на зарплате в администрации президента, полностью контролируемы. Партии у них гораздо более неоднородны. И в КПРФ на низовом уровне, и в ЛДПР на низовом уровне, и даже в «Справедливой России» есть довольно сильные региональные политики, более приятные, менее приятные, не очень приятные, но достаточно независимые. Это большие партии, в которых довольно много разных людей. Вся их верхушка там скуплена и контролируется Кремлем очень и очень плотно. И Кремль понимает прекрасно, что если умное голосование пройдет успешно и наизбирает местных политиков из КПРФ, из ЛДПР, то эти местные политики наберут силу внутри своих партий и прогонят на давно заслуженную пенсию Зюганова, Жириновского, Миронова и все это жулье из руководства. И партии станут гораздо менее управляемыми. Ну, то есть, там, понятно, вот ты парламентская партия. Все равно в тебе, даже по тем законам, по уставу партии, по тем процедурам внутрипартийным, которые прописаны, самый большой вес и имеют, самую большую роль играют твои же собственные депутаты. То есть депутаты от КПРФ, избранные там в Госдуму, это там самые важные люди внутри там КПРФ как бюрократического аппарата. И понятно, что если там будет много депутатов, которые своим избранием обязаны не Зюганову, а нам, то Зюганову крышка придет. То есть сейчас как происходит? Зюганов составляет партийный список, идет с ним в администрацию президента, согласовывает, лижет там какое-то количество сапог или чего-то еще лижет. Ему говорят, окей, этот список одобряю. Он идет к своим, говорит, так, я согласовал, там вот там Афонин, там такой-то, такой-то там проходят. Вы депутаты, там заносите мне что-то тоже за это. И как бы радостно идет на выборы, изображает политическую борьбу, получает там какое-то количество мест, места раздает вот своим этим людям по согласованному списку и сидит дальше с ними в фракции в Госдуме. Умное голосование переворачивает эту историю, потому что получается, что появляются депутаты-коммунисты, которые избраны не потому, что Зюганов договорился в кабинете на Старой площади, а потому что мы призвали наших сторонников, и они в рамках умного голосования проголосовали, поддержали. Вопрос, а этим депутатам нафига нужен Зюганов? И нафига нужны эти согласования? И нафига нужно во всем слушаться администрацию президента? Они ей ничем не обязаны. Они туда ничего не заносили. И там никаких сапог не лизали. Они понимают, что можно заработать больше политических баллов, облегчить себе будущее переизбрание, например, тем, что занимать независимую позицию, ругать власть. Они смотрят на того же Бондаренко и видят, что вот есть госдумская фракция КПРФ, в которой там 40 депутатов, и один Бондаренко, который всего лишь региональный депутат, но смело ругает власть, популярнее и известнее, чем все 40 депутатов Госдумы от КПРФ вместе взятых. Ну они, конечно, там молодые коммунисты в регионах, хотят быть такими, как Бондаренко, а не такими, как там зюгановские популизы. Да? Вот и все. И Зюганов понимает, что в этом для него, для его гегемонии, для его уютной обеспеченной старости, в этом и есть главная угроза. И Жирик это понимает. Поэтому им сейчас администрация президента говорит, ребята, срочно
Сделайте так, чтобы от вас прошли только согласованные, а чтобы кандидаты умного голосования от вас не прошли. Что для этого надо сделать? Зюганову надо пойти и обняться с огромным памятником Сталина. И просто там цветы возложить, кровью умыться. Просто облизать этот памятник Сталину. Чтобы наши сторонники нам сказали: не, ну ребята, вы предлагаете поддержать коммунистов? Я не могу, это же сталинисты, это противно, это ужасно. Ну, то есть это реально люди, которые там готовы целоваться с самым кровавым тираном в истории нашей страны, да, то есть с ужасным преступником. Как мы можем за них голосовать? И какие-то там вполне себе приятные даже наши сторонники в Фейсбуке будут говорить: нет, ну слушайте, команда Навального перегибает. Ну, умное голосование, конечно, да, но как можно поддерживать, значит, там вот сталинистов? Это совершенно невозможно. На это нацелено. То есть Зюганов хочет, чтобы от КПРФ прошло как можно меньше людей, чтобы прошли только те, которых он согласовал. Они согласованные, чтобы не проходили. И для этого он будет публично критиковать умное голосование, возлагать цветы к памятнику Сталину, а надо будет и голышом спляшет. И с Жириновским ровно та же самая история, и с Мироновым ровно та же самая история. Плевать нам на них. Нам важно сломать гегемонию Единой России, сделать так, чтобы было избрано максимальное количество несогласованных на Старой площади кандидатов. Сделать так, чтобы максимальное количество там пришло молодых политиков с собственными амбициями, с желанием там заниматься политикой. Ну вот там таких, как Бондаренко, еще каких-то. И нам это по силу. И умное голосование это делает. Поэтому да, с точки зрения такой политической логики нормальной, если бы КПРФ, ЛДПР, Справедливые были бы нормальными партиями, а не марионетками администрации президента. Конечно, то, что они сейчас делают, выглядело бы как выстрел себе в ногу, да, когда они критикуют умное голосование, которое вообще-то им же приносит мандаты. Но вы не забывайте, что это ненормальная партия. С Яблоком та же история. Ну, то есть, ребята, абсолютно. То есть, то, как там Явлинский и так далее, Рыбаков, Вишневский, Шлосберг даже там накидываются на умное голосование, ну, тоже. А им важно консолидировать свою партийную бюрократию, чтобы они решали, кто будет от них депутатом, кто из них изберется, так сказать, там, кого поддерживать, кого не поддерживать. А не так, что мы пришли как бы с улицы, с их точки зрения с улицы, и сказали: так, вот мы вот этих яблочников поддержали, они теперь прошли, и эти яблочники там ничем не обязаны, опять же, там, Явлинскому. Они нам обязаны. Вот эта ситуация для Явлинского крайне неприятная, и он будет писать там статью за статьей про то, как он не любит умное голосование. С этим все понятно, и не надо обращать на это внимание. Мы с вами умным голосованием поддержим того кандидата в каждом округе, который проведет самую лучшую избирательную кампанию, будет иметь самое большое количество шансов победить Единоросса, и этим сломаем все планы администрации президента. Вот и все. Как отношусь к Максиму Шевченко? Никак не отношусь. Партия «Новые люди» уже комментировал. Как стать наблюдателем? Рассказал, что мы про это уже отдельно расскажем. Как отношусь к Камикадзе Дэд? Не смотрел его роликов, наверное, года с 2012. Никак не отношусь. А надо? Как вы там вообще держитесь? Спасибо, много работы, но ничего, справляемся понемножку. Что насчет Платошкина? Интересная, кстати, история, тоже довольно показательная. Платошкин, в общем-то, был довольно скучный персонаж. Такой какой-то реально такой советского типа дяденька, да, в общем-то, ничего из себя особенно не представляющего, но тоже ему захотелось поиграть в самостоятельную политику, в независимость. Я думаю, что его там тот же Зюганов как бы издал и сплавил там в тюрьму или под домашний арест, где он сейчас. Потому что не терпел внутренней конкуренции, не терпел того, что возникает какое-то, там, не близкое нам по взглядам, неприятное политическое движение, но не согласованное. Кремль не терпит ростков ничего несогласованного, потому что сегодня оно несогласованное, завтра неуправляемое, послезавтра непредсказуемое. Это для Путина совершенно неприемлемая штука. Будет ли поддерживать умное голосование ЛДПР? Еще раз, умное голосование не поддерживает партии. По партийным спискам мы голосуем за любую партию, кроме Единой России, у которой есть шансы пройти 5% барьер, чтобы единороссов было меньше и чтобы ваши голоса не потерялись. Умное голосование поддерживает людей. Нам вообще плевать на формальный вот этот лейбл, на формальную партийную аффилиацию. В каждом округе находим человека, который может единоросса обыграть.
и его поддерживаем. Вообще плевать, что там на нем написано. Из-за чего вас признали экстремистами? Ну вот из-за того, о чем я рассказываю, что мы знаем, как Путина побеждать на выборах. В США каждый штат это отдельное государство со своими законами. Что мешает самостоятельности наших субъектов? Ну, Путин мешает. Но вообще, если серьезно, в программе, если вы посмотрите президентскую программу Навального 2018 года, которая до сих пор на сайте опубликована, там есть большой раздел про федерализм. У нас есть раздел, который прямо так называется. Доверять людям, а не решать все в Москве. Больше самостоятельности регионам и городам, больше денег оставлять в регионах и городах, чтобы регионы могли между собой конкурировать за инвестиции, за бизнес, чтобы у них было больше самостоятельности. Это очень важная часть нашей темы. У нас в Красноярске запретили умное голосование, пишет нам некая Марина Домрачева. Интересно, кто и как может запретить умное голосование? Мне вот не запретили. Капсом не надо писать никому. Как голосовать за границей в посольствах? Как вы относитесь к партии Яблоко? Ну, вот сейчас довольно много про это говорил. Что если зарегистрируется мало людей? Давайте мы сейчас поработаем над тем, чтобы зарегистрировалось много людей. Будет ли ваш кандидат от 210 округа в Москве в Госдуму? Ой, вот я так все округа по номерам не помню. Сейчас вам скажу. 210 округ. Москва. Что это у нас за округ? Это Северная Бутово, Южная Бутово, Ясенево. Нет, я не знаю, по крайней мере, ни про кого нашего кандидата, который там бы шел. Давайте дальше. Что еще? У нас осталось 4 минуты, я поэтому в режиме блица как бы уже так отвечаю. Про расследование и данные я уже говорил. Почему вы думаете, что результаты просто не нарисуют, как в Беларуси? О, отличный вопрос. Я записал тоже ролик с подробным на него ответом. Прямо сегодня выйдет в среду. Подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик и посмотрите. Очень подробно математически раскладываю и объясняю. Пригласители на стрим бизнесмена Сергея Колесникова. Я его знаю, он очень хороший, такой интересный человек, интересный собеседник. Почему нет? Можно как-нибудь пригласить. Можно ли зарегистрироваться за 2 недели до выборов? Можно. Это правда, что у вас есть черный ящик, на который вам анонимно скидывают информацию? Правда. Black Box FBK Info. Любовь Соболь уже не сможет выдвигаться, скорее всего. Пока что собирается выдвигаться, посмотрим. Ваше отношение к Эху Москвы и Венедиктову. За 3 минуты не уложусь. Сложное отношение. Яндекс теперь блокирует умное голосование. Ребят, вы что пишете? Что значит Яндекс блокирует? Я набираю сайт умного голосования и прекрасно на него захожу. Ссылка на сайт умного голосования есть в описании к этому видео. Значит, что делать, если власть отключит интернет за 3 дня до голосования? Как будет происходить рассылка? Слушайте, ну весь интернет в России отключить невозможно. Россия это не... Да. Последние большие интернет-шатдауны, когда целиком отключался интернет в стране, были в Того и в Зимбабве. Потому что в этих странах очень малоразвитая экономика, мало завязанная на интернет. И там можно просто взять весь интернет там, на несколько дней в стране отключить. В России невозможно. Банки перестанут работать, там, самолеты перестанут летать. Точечные попытки отключить конкретные сервисы будут наверняка, поэтому мы и просим зарегистрироваться на сайте умного голосования, оставить электронную почту, потому что электронная почта и там телеграм-бот, это или скачать наше приложение, это такие методы связи, которые у нас никакими блокировками Кремль не отменит. Что делать, если не проходит голосование в моем городе? Не может такого быть. На выборах Госдумы голосование будет по всем округам. Есть ли у вас своя позиция по Медузе, признанию ее иноагентами? Есть, это как бы попытка задушить и уничтожить самое большое приличное независимое политическое медиа русскоязычное. Большие лучи поддержки Медузе, и кто подписался на донат Медузе, тот большой молодец. Так. У Алексея статья гласит: наказание, колония, поселение. Возможно ли добиться его перевода? Слушайте, ну, Алексей, еще раз, вообще не должен сидеть в тюрьме. Он сидит там незаконно. Но вы правы абсолютно, что
поскольку это у него первый срок по статье средней тяжести, то там должна быть колония поселения, а не обычная колония. И да, это одно из направлений, по которому, насколько я знаю, работают адвокаты. Так. За кого голосовать в Челябинске? Ребят, пошли вопросы по конкретным округам и городам. Ответ такой. Регистрируйтесь в умном голосовании. Рекомендации умное голосование выдает за 5 дней до выборов. Почему за 5 дней? Потому что это последний срок, когда уже кандидата нельзя с выборов снять. Да, за 5 дней до выборов кандидата нельзя снять. И поэтому тогда мы можем безопасно давать рекомендации, говоря, что вот это самый сильный кандидат, и не опасаться, что, собственно, его снимут, потому что его поддержало умное голосование. Поэтому ни сейчас, ни завтра, ни через неделю ответов на вопрос, за кого голосовать в таком-то округе, у меня не будет. Ответы на эти вопросы у нас будут 14 сентября. 20 часов 30 минут. По-прежнему больше 8 тысяч человек смотрят, но есть традиционный хронометраж. Полтора часа у эфиров «Волков по воскресеньям», будем его придерживаться. Я надеюсь, что вот этот эксперимент с моими ответами на вопросы вам понравился и был полезным и содержательным. Я на очень много вопросов успел ответить. Конечно, еще на больше не успел, но это всего лишь значит, что время от времени, я думаю, мы с вами такие стримы, если вы не против, будем повторять. Присоединяйтесь к умному голосованию, продолжайте поддерживать команду Навального. Мы никуда не разбегаемся и не уходим, мы продолжаем работать. Ближайшая наша цель – победить Единую Россию на выборах в Госдуму всего через 4 месяца, в сентябре этого года. С вами был Леонид Волков, это был эфир программы «Волков по воскресеньям» на канале «Навальный Лайф». Спасибо и пока!